Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу, как готовить свекольный салат с таджикой. Итак, на 3-4 свеклы нам потребуется 5 средних луковиц, 3-4 зубчика чеснока, 100 граммов грецких орехов, половинка пучка петрушки, 1 чайная ложка аджики, растительное масло, специи, соль, перец. Итак, отвариваю свеклу, остужаю и тру на крупной терке. Измельчаю орехи, петрушку, лук, чеснок, пропускаю через пресс. Растительное масло соединяю с аджикой. Все смешиваю и поливаю подготовленной заправкой. Приятного аппетита, друзья!